Это космические медузы, призрачные фигуры, которые можно иногда наблюдать в небе. Выглядят они очень красиво и загадочно. Давайте разберемся, что это такое. Сейчас видео продолжится, а пока что я хочу напомнить еще раз о своем телеграм-канале, где я рассказываю еще больше и интереснее о космосе. Ссылка в комментариях. На самом деле это просто оптический эффект, который можно наблюдать при взлете космического корабля. Это облака выхлопных газов, которые подсвечены солнцем из-за горизонта, если ракета взлетела перед рассветом или сразу после заката. На уровне Земли реактивная струя узкая, потому что она сдерживается атмосферным давлением. Но входя в более разряженные слои атмосферы, струя становится все больше и больше, приобретая линзовидную форму. То есть космическая медуза — это нечто похожее на инверсионный след от самолета. Но самолет большую часть пути летит на одной высоте, поэтому его след не расширяется, остается таким же, как и был.